Okay, с вами Шумки, мы продолжаем пройдить игру под названием Dark Souls 2. Так, отдыхаем. Поднимаемся. О, призывы. Призвать. Я сразу буду всех призвать, кого могу, потому что я знаю, на что это будет. Что можно увидеть? Я открою, эта херня потечет. Так, сюда лава затечет, сюда лава затечет, но не полностью. Сюда не полностью. Или стоит нажать, попробовать. Ну, я говорю, типа, ворот откроется, эта херня начнет меня заливать лавой. Сложно.
Так, и да, что мы с вами берем сейчас? Кольцо против лавы. Будем пытаться смотреть, чем можно убить. Прокрыть окаменение. Давайте чисто оббежим. Ну, типа, умру, плевать. У меня еще до хера попыток есть. Вчера себе.
взорвется. Я почти выиграл. Окей, короче, делаем так же. На сейчас траву на выносливость используем. Может, давайте я сразу поставлю кольцо. Давайте, чуваки, будем пытаться. Бля, мне как-то нужно их так сделать, чтобы они вообще меня не тронули, когда я буду бежать. Выносливость, пока побегу. Минус души, минус все. Ребят, помощь. Thank you.
Окей, короче, нужно сейчас будет тогда. Я даже не знаю, что использовать. Ладно. Просто я не знаю. По факту тут, ну блин, тогда я на ящерке буду сдыхать. А если их постоянно убивать, 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 то это тоже не то. Короче, знаете, я так подумал, пускай идет все нахрен. Прикольно. Thank you.
Короче говоря, кайф. Большой сколок титанитом. Ладно, побежали. Я щит использовал. Я хотел использовать щит. Заебись. Дайте отдышку! Thank you.
сука, иди! Почему я не хочу этот очко использовать?
Короче, оказывается, жука нельзя использовать из-за того, что я вызываю фантомов. И поэтому типа жуки не рабочие. Thank you.
потратил до хера времени. Я не могу, не смог его убить. Я заебался, поэтому я зачистил локацию. Я использую шукан и побегу к боссу. Как раз я посмотрю, сколько он будет держаться, до шука. Я не боюсь, я могу просто бежать из-за того, что я знаю, меня никто здесь не ударит. Ну, только одна вот эта девка. Я подумал, нахер она мне надо. Главное, что я здесь все зачистил. Вот туда я попасть не могу вообще никак. Я не знаю, чем это связано. И что мне туда надо. Пойди, скоро должен исчезнуть этот эффект. Я так смотрю, нужно тут тёлку, наверное, тоже убить. Ладно. Thank you.
Наконец-то. Наконец-то. Чудесно. Аллилуйя. Ага. Так, маска Фароса. И что мне дали? М. Все? Больше ничего? Подождите, я что-то не понял. Так, что мне дали? Маска Фароса. Маска, изображающая механизм Фароса. Из глаз маски текут слезы, вынуждая владельца теперь постоянно сырость. Большинство изобретений Фароса сбивают с толку. И эта маска не исключение. Непонятно, для чего она. Их его поймешь. Так, у меня есть маска, но у нас еще две локации не изучены. А, я использовать не могу. А, не могу использовать. Или чего она тогда? Ладненько, давайте тогда на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.